сегодня переломный момент вообще в образовании и в дошкольном образовании в том числе. Удивительное время мы живем, когда перед людьми раскрываются большие возможности. Это открытая система, которая налаживает диалог между всеми участниками образовательного процесса, руководителями образовательных организаций разного уровня, также с родительским сообществом. Были подобраны именно те вопросы, которые волнуют. И обсуждалось, и действительно, я думаю, что многие педагоги, которые приехали, извлекут большую пользу и помогут в решении многих этих вопросов. Очень интересно, много интересного почерпнули, что-то можно купить. Очень понравились интерактивные игры. Довольно интересная, интенсивная программа, выступления таких именитых людей, и академиков, и профессоров, и доцентов, и докторов, и кандидатов наук. Мы успели посетить уже тренинг дыхательной гимнастики. Очень интересно, да, очень много интересного показано, методического материала, литературы. Получить информацию о педагогических инновациях. Интересно что-то узнать про новую образовательную программу. This forum, I think it's an excellent opportunity to show our teachers of Moscow, Moscow region and Russia the importance of patriotism within the curriculum and how to develop our lessons to better aid our children. It's been a fantastic affair, so busy, so many people. I've met so many interesting teachers from different towns. Мы сегодня в мире современности должны всесторонне развиваться и всесторонне развивать детей, чтобы понимать, в каком направлении ребенку комфортнее идти дальше, то есть ранняя профориентация детей. Фактически мы начинаем все сначала, то есть система образования начинает выстраиваться в связи с новым миром, с новыми требованиями, с новым климатом и с новыми знаниями о человеке. Это, наверное, такой настоящий могучий комплекс великих умов, в том числе и на старых традициях основанных, да, и на современных тенденциях. Вот этот вот настоящий гармоничный баланс. В этом и есть современное дошкольное образование. Это очень важно, чтобы рядом с нашими детьми были действительно мудрые наставники, от которых они могут научиться именно доброму отношению к себе и к другим. Этот важный навык есть у каждого хорошего педагога. Но хорошая новость в том, что эти навыки можно развивать. Если мы обращаем внимание на дошкольное детство, мы формируем такого человека, который не будет делать плохо, а стремится только к хорошему.